Самарцев приглашают в страну самых счастливых людей – солнечную Италию. Именно там по сценарию разворачиваются действия романтической комедии Карла Гальдони «Трактирщица», которая легла в основу постановки «Нет женщин, нет проблем». Зрители нашего сегодняшнего спектакля мы немножко переместим в эту страну, согреем их любовью, согреем их радостью, согреем их праздником, согреем их даже какими-то страстями, чувствами, ревностями. Но скучно на нашем спектакле точно не будет. Он брат женщин. Я не нуждаюсь в их прощении. Бедные женщины. Что они вам сделали? Почему вы так жестоки к нам? История начинается с большой ненависти, но заканчивается большой любовью. Это для нас праздник, и мы хотим подарить этот праздник зрителю, который приходит в зал. Нешуточные страсти можно увидеть в постановке Олега Скивко «Нет женщин, нет проблем» на сцене ДК «Металлург» уже в эту пятницу. Билеты на сайте театра и в кассах города. Гульфия Сафина, Мария Левина, Николай Сидоров. События. 3 месяца.